Чтобы вам совсем было понятно, я являюсь мамой мальчика. Мальчику исполнилось 6 лет совершенно недавно, в июле. И это второй наш детский сад. В первый детский сад, в котором мы ребенка определили в прошлом году, ему просто напрочь не понравился. Он отказался туда ходить. У него прямо истерика была, то, что он не хочет туда ходить. Вот этот детский сад, когда мы его привели, когда он сказал, что ему нравится эта группа, ему все здесь устраивает, мы крайне обрадовались. И у нас была большая надежда, то, что ребенок спокойно у нас до школы туда проходит. А вот сейчас понеслось то, от чего я просто реально не знаю, как правильно реагировать, но мне крайне важен ваш совет, потому что, может быть, кто-то из вас мне какие-то правильные, дельные слова скажет и поможет. Ну, естественно, каким-то своим мнением и комментарием. Сейчас будет прямое включение с моими эмоциями. Самое, знаете, такое суматошное видео, сумбурное, я бы даже сказала. Но это продолжение эпопеи того, что происходит у нас в детском саду ребенком. Просто если я не буду вам об этом говорить, это будет пипец просто. Ну что, записывает? Надеюсь, у меня все получится сейчас. На улице дождина, у меня настроение серость, как вы видите, глаза у меня чуть ли не заплаканные. В общем, ну реально тема такая прям очень-очень обидная, и я хочу с вами все-таки продолжить то, что я вам рассказала в предыдущем влоге. Болталки, в общем, тема опять касаемо сына, детского сада. У нас эта история продолжается, сегодня второй день. И знаете, это такая стена непонимания на самом деле, потому что, ну вот касаемо, как бы мне сделать, давайте вот так пока, так что сорян, то, что я буду так говорить, я просто за рулем. Но мне хочется с вами поговорить, потому что я, наверное, сейчас, если не выскажусь вам, я свихнусь. В общем, сегодня утром приходим опять в детский сад, то есть это второй день. Вчера нас поставили перед фактом, видео поставлю здесь, ссылку на предыдущее видео, чтобы вы понимали тему. Можете здесь поставить стоп и пройти на то видео посмотреть. В общем, приводим сегодня ребенка опять в детский сад, и воспитатель старой группы такая как бы нам говорит, не нам говорит, точнее, ребенку говорит. Мы стояли за дверью, а ребенок зашел в группу, она ему говорит: Кирюш, ты, пожалуйста, иди отсюда, как бы тебя перевели в другую группу, уже тут документы вывели, ты не должен быть здесь в этой группе, ты должен идти в ту группу, в которой был вчера. И тут у меня муж выходит из-за двери и говорит: вы что, даже ребенку не дадите поздороваться со своей старой группой? А он, знаете, прям, ну, такие отношения у них сложились, на мою радость, на мое удивление, вот с этой группой, в которой он проходил с июля месяца, достаточно неплохие такие отношения, дай бог, чтобы такие продолжались отношения. Она такая: да нет, пусть проходит, пусть здоровается. Тут вышли детки, такие: о, Кирюш, пойдем кушать опять. Там сейчас все остынет, мы сейчас будем кушать. И девчонки подбежали к Кириллу: Кирюша, Кирюша. Знаете, такое прям, ну, нормальные отношения. У меня, наверное, таких отношений никогда ни с кем не было. И опять начинается вот эти вот качели, чтобы Кирилл шел в другую группу. Кирилл стоит, говорит: я не пойду в другую группу, я хочу быть в этой группе. И заведующая детского сада, она на самом деле в отпуске, и осталась только вместо нее зам заведующий. И сегодня утром ее вызвали в образование, и получилось так, то, что мы, в общем, ее в детском саду прождали, прождали, ее нет. И мы попросили воспитательницу, чтобы вот, ну, вот этой вот старой группы, чтобы она взяла Кирилла, потому что, ну, что нам делать? Мне надо на работу ехать, мужу на работу надо ехать. Ребенок хочет идти в эту группу. Мы говорим ей: пожалуйста, можно он тогда хотя бы останется с вами? Она говорит: хорошо, я его беру под мою ответственность, ребенок будет со мной, я его покушаю, все будет хорошо, вы будете в курсе того, что происходит. То есть я и супруг по сегодня ей весь день звоним, спрашиваем, что и как Кирилл. Дошли мы, в общем, до образования встречать замзаведующую, да, там она как раз была на ковре у руководителя. И что вы думаете?
у нее такое какое-то предвзятое отношение к нам, знаете, вот это вот, ну, у нее просто неприязнь к нам, вот ко мне лично это точно, но я как бы не прошу никогда никого вокруг, чтобы меня как-то любили, но поверьте мне, если я вижу, что моему ребенку становится как-то не по себе, мне без разницы, кто будет стоять, и я не буду смотреть на возраст, на положение человека, кто он мне приходится, либо кто не приходится, я буду делать все так, как комфортно моему ребенку. Из-за своего ребенка я порву любого. Ну и как любая другая мать. Потому что мой ребенок, это мой ребенок, и мне крайне важно, чтобы ему было хорошо. И в этой группе, в которой вот он, ему старая, там даже есть мальчик, который я вам вчера говорила, то есть как бы у него была стычка. Но все равно, ну давай, работайте. Но все равно, как бы, ему там хорошо, и дай бог, да. А у этой вот замзаведующей какая-то ко мне неприязнь идет, вот лично ко мне, потому что она, я ей стою возле кабинета руководителя, вот она, руководитель образования местного, и я ее там выловила, говорю, так и так, говорю, ситуация повторяется, что нам делать, она меня оттаскивает от этого кабинета, ведет меня к другой женщине, которая тоже относится там как-то вот до дошкольного образования. У нас затягивается разговор, и вот в образовании сказали, что нужно действовать в интересах ребенка. Заведующая, конечно же, против, чтобы наш сын Кирилл был в старой группе, она настаивает на том, чтобы его перевели в другую группу, потому что в другой группе недобор, а в этой группе как бы Кирилл 22-й ребенок, и вроде как бы, ну, их тут много, как бы, давайте в другую группу, где дети ушли. А я вот, знаете, смотрю сегодня на Кирилла с утра, вчера смотрю, и у него, знаете, вот такие кошачьи, такой кошачий взгляд, и он мне говорит: мам, а как же, я же там с ними дружу, с этими детками, мы же играем вместе, почему меня туда отправляют, вот зачем меня туда отправляют? А я не знаю, что сказать ребенку, я не знаю, как правильно договориться с ребенком, как вообще эти проводить диалоги, потому что, ну, крайне неприятно и отвратительно как-то, все так мерзко. И вот это вот замзаведующая, сегодня клич, у нас есть общий чат, она сделала клич, чтобы завтра было родительское собрание. Я так предполагаю, ну, может быть, у меня слишком завышенное эго, что одной из причин этого будет собрание, это будет вот то, что мы встали рогами, защищая ребенка, чтобы он у нас был в той группе, где ему комфортно, в первую очередь, где ему хорошо. Что там будет дальше, я не знаю. Мне одно вот возмущает, когда вот то, что произошло вчера на глазах у ребенка, когда вот это ему говорят, он пойдет туда, потому что там перебор, он вроде лишний. Это все озвучивалось при ребенке, причем педагогами, понимаете? И мне было крайне вчера жалко заведующую, потому что заведующая, она очень старая пожилая женщина, которой я очень сильно благодарна, что она нас взяла в этот детский сад, то, что она дала добро, чтобы мы пошли в этот детский сад в ее. Она очень сильно, кстати, как бы я ей благодарна за это. Но ее зам заведующий, вот ее зам, ну это какой-то просто трындец. Я так предполагаю, она просто без ее ведома даже перевела нас, потому что сама заведующая, когда я с ней накануне разговаривала, только слышала то, что ну что ты делаешь? Я только слышала о том, что какие там слухи идут, она мне заведующая уверяла, что без нашего ведома, без нашего разрешения, какого-то с нашего согласования, то есть Кирилла никуда переводить не будет. А тут оказалось так, без нас женили, перед фактом поставили, а я вот сейчас должна как-то вместе с ребенком, точнее не я, а ребенок должен к этому как-то, к этому правильно отнестись и... Как-то я не знаю даже, вот я не знаю, ребят, как мне на это реагировать, я не понимаю просто, мать вашу, как мне на это реагировать, если честно. Мне вот его собирать из детского сада, сейчас еду с работы, буду забирать его из детского сада, и я не знаю, вот завтра я что приду, опять та же самая петрушка будет, опять то же самое, вот эти вот качели на входе, ты сюда не ходи, иди туда. Потому что вот так вот, я не знаю. А философия-то моего диалога заключается в том, что вот мы, взрослые люди, когда мы сами не можем договориться, почему-то от этого всегда страдают дети. Вот
Мать вашу, почему так? Почему мы, взрослые люди, не можем все делать правильно и компетентно? Чтобы все это было так благополучно, чтобы все для детей проходило максимально безболезненно. Вот даже вот, ну, детский сад, да, там люди с ого-го каким стажем педагогов, да, вот дошкольного образования, там женщины взрослые, мне кажется, у них стаж ровно столько, сколько мне лет. Потому что они очень взрослые, серьезно. И через их руки прошло не одно поколение детей, то есть очень много детишек прошло. Но неужели вот вопрос нельзя было как-то мягче решить? Я не знаю. Сейчас вот соберется это собрание, там эти мамки какие-то будут, там мамани будут наши сидеть, нашей группы, все мамочки. И что там, как они им преподнесут, что они скажут, что меня ожидает, моего супруга вообще вот на этом собрании, что меня или моего мужа ожидает на этом собрании, как дальше будет, что ожидает ребенка в этом детском саду, какое отношение у них будет, потому что вот я переживаю после того, что произошло, какое у воспитателей будет отношение к ребенку. Но не дай бог я узнаю, что там его кто-то там будет гнобить, либо еще что-то скажет, я не знаю, что с ними сделают. Вот ей-богу, мне кажется, я там вообще буду лютая. Я буду Ира лютая, потому что, блин, то, что сегодня, конечно, было в образовании, когда там замзаведующий стоит, когда она мне там, я предполагаю все проблемы от мамы, потому что мама вчера как-то так очень импульсивно среагировала на то, что ребенка перевели в другую группу. А у меня ребенок стоит, чтобы вы понимали картину, он мне говорит, мам, я не пойду туда. И почему я сюда идти не могу? Я ему просто сказала, сынок, говорю, давай ты сюда сходишь, если тебе не понравится. И я прям при воспитателях, прям при заведующей, замзаведующей сказала, говорю, если тебе не понравится в этой группе, и тебя там, к примеру, не возьмут в эту группу, я говорю, что делать? Мне придется тогда, чтобы ты был со мной опять. Будешь работать со мной опять. А что делать? Ну, девчонки, ну что вот делать? Ну, ядрить, мадрить. Ну, а как мне нужно было сказать? Нет, сына, вот большие тети сказали, ну-ка давай шуруй туда, нравится, не нравится, терпи, мой сыночек. Вот потому что вот так вот, потому что там детки ушли, потому что ты здесь вроде как бы, вот так будет удобно и по документам будет хорошо. Вот я не знаю, как мне нужно было вчера среагировать. Надо было вообще, блин, просто там, не знаю, быть еще более лютой. Я просто вот, ну, короче, буду держать вас в курсе, от вас жду совета. Потому что, может, вы правда что-то мне посоветуете, как в этой ситуации правильно поступить. Ой, ну это будет третья группа. Если он пойдет в ту группу, это будет уже третья группа, с которой ребенку придется как-то, ну, договориться. Потому что до этого вот мы были в другом детском садике, ему группа не понравилась, он просто туда ходить не стал. И на фоне того, что ему еще не нравится, он у меня разболелся. В прошлом году я, блин, лечила его с октября месяца по декабрь, и вот сейчас что будет, вообще понятия не имею, как он будет реагировать. Сейчас, конечно, переживаю, сегодня вот весь день работая дико переживаю, просто очень сильно переживаю. Все, девчонки, пошла дальше работать, как-то вот так вот.